Ворота должны открываться. Я что-то вижу наверху. Что делать? Он не может это использовать. Мы можем. Ну... Ух ты! Нам в эту сторону. Смотри. Смотри, это Сколи Хати, волки, преследующие солнце и луну. Откуда они взялись? Как попали на небо? И что будет в конце? Они съедят солнце и луну и все передерутся?
Отец, смотри. Жди моей команды. Дыши, не думай о нем, как о животном. Это просто цель. Очисти разум. Прицелься и сделай глубокий вдох. Выдохни и отпусти. Я попал! Хорошо. Он еще живой. Где нож? Нет. Закончи то, что начал. Я не могу. Я...
Уходим! Сын. Я не боюсь тебя! Ты не страшен мне! Сын, совсем! Посмотри! Посмотри на меня! Сын, остановись! Мы смогли. Но ты не готов. Что? Почему это? Я нашел оленя. Я доказал тебе. Почему не готов? Мы идем домой. Я не болел уже очень давно. И я смогу. Ты еще совсем не готов. Закрой свой рот. Домой в эту сторону. И ладно.
Все никак не откроешь двери? Тихо. Все никак не откроешь двери? Тихо.
вот не годится? Лес изменился. А я говорил, закрой рот. Почему огненный тролль сжег мамин сад? А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Мы почти пришли. Иди в дом, сын. Чего я думал, что все будет иначе, раз она... Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить, использовать. Ты этого не умеешь. Когда ты... Я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно.
Ну давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Ай! Что ты... Давай еще. Ну вот зачем ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще! Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Что это? Тише. Выходи! Ни к чему теперь прятаться! Я про тебя все теперь знаю! Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты! Сын, лезь в подпол! Живо! Ты же запретил туда лазить! Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Лезь! Просто ответь мне на вопрос! И обойдемся без кровопролитий! Я думал, ты крупнее. Хотя ты явно тот самый. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же! Я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Ну, конечно, не зря. Пошел из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить. Я предупреждал. Наконец-то! Ты не послушал. Так дело у нас не пойдет. Ладно. Теперь... Какое жестокое разочарование! Давай же! Бесполезно!
Бесполезно! Ты забыл, что делать со щитом? Ты хоть стараешься? Бесполезно! Ты скучен! Бесполезно! Ты скучен! Ты хоть стараешься? Ты забыл, что делать со щитом? Бесполезно! Ты скучен!
Бесполезно! Ты скучен! Ты хоть стараешься? Ну давай уже, что ли? Ты забыл, что делать со щитом? Бесполезно! Ты скучен! Ты забыл, что делать со щитом? Ты хоть стараешься? Ты не очень-то умен. Бесполезно! Так медленно!
зачем? Скажи то, что я хочу знать, и боль уйдет. Почему тут две кровати? Прочь из моего дома! Задел за живое, да? Бесполезно! Кого ты прячешь? Ты медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. Ну что, еще разок? Слишком много слов. Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Ты все еще скучен!
ты дурак! На это нет времени! Oh!
какой ты злой! Что ты скрываешь? Какой ты дурак! На это нет времени! Надо же! Какой ты злой! Какой ты злой!
Ты все еще скучен! Что ты скрываешь? Скучен! Что ты скрываешь? Какой ты дурак! Нет времени! Надо же! Какой ты злой! Бесполезно! Ты все еще скучен! Что ты скрываешь? Какой ты дурак! На это нет времени! Надо же, какой ты злой!
послал меня сюда, мне нужна была лишь правда. Но тебе надо было состроить гордеца. Давай, бей со всей силы, я не отступлю. Ты стар и скоро выдохнешься. Прежде чем ты умрешь, знай вот что. Я ничего не ощущаю. Сам видел, ты не можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. Ты жалок! Тебе не победить! Я... ничего не ощущаю, а вот ты ощущаешь все. Ну не сдаешься. Я же не мой брат. Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе. Но нет. Покончим с этим. Тебе не победить.